Утро понедельника бывает добрым, особенно когда зарядку тебе проводит олимпийский чемпион. Прославленный тюменский лыжник Денис Спецов посетил детский сад номер 95. Я считаю, это, во-первых, впечатление на всю жизнь ребенку, память. Во-вторых, Денису Сергеевичу большая благодарность за то, что он в своем плотном графике выбрал время для того, чтобы пообщаться с детьми. Это действительно очень важно. Тем более, что приобщение к здоровому образу жизни начинается всегда с юных лет. Помимо желания для занятия спортом, нужна еще и мотивация. Денис Спецов постарался решить и этот вопрос. Для воспитанников детского сада лыжник по своей инициативе устроил автограф-сессию, а также в прямом смысле дал прикоснуться к своим победам. Для детей небольшая мотивация посмотреть олимпийские медали, увидеть вживую, не у каждого тоже есть такая возможность, и, возможно, для кого-то это будет определенным стимулом и мотивацией тренироваться, заняться каким-то видом спорта, возможно, даже лыжными гонками.